о нескольких гражданских инициативах, которые есть в нашем городе. Я поэтому просто присоединяюсь к словам благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьева в адрес общественников, которые реализуют различные гражданские инициативы, большинство из которых нашло свое признание в конкурсе «Наше Подмосковье». Гордимся, что наши жители в прошлом году активно участвовали в нем. От нашего города поступило 86 работ, и 16 из них стали победителями. Я хочу назвать поименно каждого из этих инициативных жителей, которые придумали и реализовали множество проектов и мероприятий, делающих жизнь нашего города более современной, интересной, культурно насыщенной и перспективной. Благодаря вам Котельники становятся интересным городом, пространством, в котором найдется место и перспектива для каждого, вне зависимости от возраста и профессии. Пространством, где много образовательных и культурных событий, современных и необычных идей. Местом, куда приезжают новые люди и с удовольствием остаются здесь навсегда. Котельники должны притягивать людей, а за населением потянется и бюджет, и торговля, и вся остальная экономика. Ну и сейчас несколько слов о задачах в следующий год, потому что они не менее сложные, и я думаю, что мы их совместно будем решать. Нашим главным приоритетом по-прежнему остается строительство социальных объектов. В прежние годы мы вели серьезную работу по ликвидации очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Считаю, что с этой задачей мы успешно справились. Но теперь на повестке дня следующий этап – строительство новых школ. Сегодня наши 22% школьников учатся во вторую смену. Достаточно высокий процент. Для решения этой проблемы в этом году мы начнем возводить пристройку на 300 мест в школе номер 2. Сейчас проект пристройки проходит государственную экспертизу. Отмечу, что в проекте предусмотрен спортивный зал, дополнительные помещения для питания, кабинеты узких специалистов, например, психолога. Это первый шаг на пути к решению глобальной проблемы города. В ближайшей перспективе строительство еще двух школ в Южном и на Белой даче. Мы по-прежнему поддерживаем политику правительства Московской области и не допустим сдачу жилых микрорайонов без социальной инфраструктуры, без детских садов и школ, дабы не допустить возвращения проблем очередности. В 2016 году мы приступим к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, который позволит нам привлечь еще больше молодежи к спорту. Важным шагом на пути к повышению качества оказания услуг населению, открытости и доступности станет расширение многофункционального центра Котельников. Мы планируем открыть дополнительные окна на территории торгового комплекса «Мега Белая дача». Надеемся, что правительство Московской области поддержит проект строительства Ледового дворца вблизи Аутлета на Новорязанском шоссе. Это даст возможность нашим жителям активнее заниматься ледовыми видами спорта. Мы также рассчитываем, что новые предприятия, которые приходят работать в наш город, будут активно вкладывать инвестиции в свое развитие, так как привлечение инвестиций по-прежнему является приоритетной задачей для нас. И в завершении хочу напомнить слова Владимира Владимировича Путина, который подчеркнул в своем послании. На пути любого развития всегда есть трудности и препятствия. Мы ответим на все вызовы. Будем действовать творчески и результативно. Трудиться ради общего блага и ради России. Мы будем идти вперед вместе и вместе обязательно добьемся успеха. Для реализации поставленных задач, конечно, нужна энергичная и креативная молодежь с активной жизненной позицией, которая неравнодушна к происходящему в городе и готова внести свой вклад в развитие Котельников. Именно таких я приглашаю в свою команду. Давайте будем вместе работать над созданием комфортной жизни в Котельниках, над переменами в нашем городе к лучшему. Вместе у нас все получится. Спасибо за внимание.